В этом году фестиваль «Усадьба джаз» впервые проводится в парке Царицына. Мы решили сменить, скажем так, наше место проведения для того, чтобы стать еще ближе к москвичам. Программа получилась очень интересной. Действительно, это был такой серьезный подготовительный период. В самый разгар кризиса, в самый разгар большого количества, скажем так, сложностей и отказов со стороны государства нам помочь, отказов со стороны спонсоров нас поддержать. Тем не менее, как вы видите, фестиваль открылся. Прямо сейчас уже открыты ворота, идут первые посетители, работают уже все наши, скажем так, зоны, кэтеринговые зоны, игровые. Артисты сейчас готовятся, и, слава богу, это все, можно сказать, пришло вот к такому прекрасному результату. Специально для этого выступления мы подготовили такую усиленную джазовую программу, которая, ну, скажем, подплеснет процент джаза в общий котел фестиваля. Потому что фестиваль, несмотря на то, что называется джаз, здесь не только традиционный джаз, здесь очень много экспериментов, в том числе и всяких помесей, фьюжена, фанка, электроники. Я не первый раз в Москве. Я играл дважды в других парках на других мероприятиях. Но сегодня будет особенное выступление. Я сыграю много композиций из нового альбома «Film of Life», который вышел в октябре прошлого года. Безусловно, то, что фестиваль всегда отмечала, это вот эта вся инфраструктура, которая создается, которая к ней уже очень многие привыкли, скажем так, но поверьте мне, это очень большая работа — собрать такое количество интересных партнеров, людей, которые создают что-то уникальное, да, людей креативных. Это, в общем, наверное, основная задача фестиваля — объединять вокруг себя в своем пространстве действительно интересных, ярких, креативных людей. Фестиваль хороший. Фестиваль хороший, он живет давно. И этот фестиваль отличается тем, что он действительно музыкальный. Здесь нет такой погони за, скажем, за хедлайнером, да, мне кажется. Здесь главная музыка. Фестиваль «Усадьба джаз» мы знаем давно. Это прекрасный фестиваль. И с каждым годом он становится действительно, как это ни странно, но все лучше и лучше. Вот так приятно.